Друзья, здравствуйте! Накануне пляжного сезона хочу вам сделать распаковочку. Заказал себе вот такие шлепанцы и показать, какие на Adidas есть шлепанцы. Потому что есть разные шлепанцы, оказывается. Я до этого не знал, как бы, то есть у меня были одни, ну, до этого какие-то покупал. Понятно, что они все разные, но... В общем, все по порядку. Давайте начнем. Смотрите, я уже сделал ролик. После ролика начал разбираться и не стал публиковать. Перезаписываю вам по новой. Поэтому мешок уже вскрытый. Это я заказал в Adidas через пункт доставки. То есть я сходил в этот, куда привезли, в пункт ПВЗ. Оттуда забрал. Записал распаковочку вам, как я все это вскрывал, и оказалось, что очень зря, потому что я не разобрался. Давайте начнем. Вот пришли вот такие, значит, шлепанцы. Они называются Adelite Aqua. Я как-то не обратил там, ну, Aqua, думал, они все Aqua там. Когда я начал разбираться, так, давайте все уберем. Это все оригиналы, все с официального сайта Adidas. Это я брал... Вот еще одни стоят. Это я брал вот в том году. Я думал, я выписал вот эти вот точно такие же, просто другого цвета. И видите, с тремя полосками. Здесь с лого как бы с крупным. А эти с полосками. Я думал, они одинаковые. Оказалось, нет, ребята. Давайте начнем по порядку. Вот эти, когда я выписал, они пришли. Все, я также забрал с ПВЗ. Все, офигенные тапочки. Легкие, мягкие, удобные. Очень мне понравились, и поэтому я в этом году решил еще одни взять, но промахнулся. Была акция, я там брал их по скидке, естественно, эти тоже там за 1000 с копейками, эти тоже за 1000 там чем-то. В общем, вот это называются, вот эти вот. Здесь даже есть, кстати. Cloud Foam. Вообще они называются шлепанцы Adelite Cloud Foam Plus. Вот, я начал разбираться, на них в описании на сайте особо ничего не пишут, просто шлепанцы для комфортно уставших ног. Литая анатомическая стелька, ну стелька, я не знаю, это вот это, видимо, все считается стелькой. И ремешок с контрастным лого, ну, то есть, вот здесь, видите, ну, здесь есть какая-то вот, типа, вот можно сказать, что подошва разделена, как будто бы, но это литая, она не разделена, она очень мягкая. Что это одинаково, это из одного материала сделано. То есть, очень мягкие, удобные. И вот это, оно, видите, как бы здесь, как будто бы пришито. Я не знаю, на самом деле, пришито или приклеено, или пришито и приклеено одновременно. Ну, а вот я их таскаю по дома и на улице ходил в том году осенью уже, как бы, да. То есть здесь как бы вот такой мягкий материальчик. Я не знаю, ПВА это или что ли, синтетика какая-то. Ну, не знаю, я их и на отдых брал. Очень классные тапочки, мне понравились. Очень мягкие, очень нога себя чувствует. Не сдавливает ничего. Давайте отодвинем. Теперь об этих. Смотрите, вот эти называются... Шлепанцы Adelite Aqua. Даже на мешке написано. Вот видите, да. То есть и 10 UK я взял. И те, и другие у меня одинаковый размер. В Adidas. Вот, на этих написано, что шлепанцы с мягкой подошвой для отдыха после бассейна. Удобные шлепанцы для душа. Лаконично гладкая модель. Мягкая подошва. Ну, подошва, может быть, из-за того, что они новые, еще пока не такая мягкая. Здесь этой надписи Cloud Foam, вот этой. Здесь вот есть эта надпись, здесь такой надписи нет. Здесь, ну я сказал, что это разные модели, поэтому здесь, видите, Adidas лого есть, но здесь нету его. Вот, но это литые, то есть тут не пришито, вот посмотрите. Видите? То есть вот это пришито или приклеено. И это мягкий такой материальчик один. Это нет. Это, видите, жесткий. Это вот... Это все единое целое. Все сплошное. То есть вот эта жесткая часть. Не такая мягкая, как здесь.
Вот, и когда я одел, я сначала не понял, то ли я выписал не тот размер, потом посмотрел, все нормально. Здесь по подошве у меня все хорошо, все идеально, как и вот в этих. Но вот эта вот часть очень жесткая. И вы знаете, когда я померил, давайте я вам покажу. У меня, в принципе, вот нога, да, не такая, как бы у меня большой изъем. Но есть у меня вот здесь вот небольшая, как бы, изъемчик такой. Но вот у кого здесь есть взъем или большой взъем, вот эта модель вам не подойдет, потому что вот здесь, когда вы надеваете, у меня вот прямо вот жестко впивается нога вот в это место и мне давит. Я некомфортно себя чувствую, у меня сдавливает ногу. Поэтому обязательно померяйте или не берите такую модель, у кого вот здесь вот высокий взъем. Вот эти тапочки, шлепанцы так называемые, посмотрите. У меня здесь еще вот спокойно, видите, свободно нога ходит. Они у меня болтаются, очень мягкие, очень комфортные. А вот эти вот очень жесткие, очень впивается нога. Ну, я с вами соглашусь, если вы пойдете просто в спортзал в них, оденете после тренировки, сходить в душ или в бассейн поплавать, это ненадолго. Но если вы планируете в них летом двигаться, то это не очень. У вас нога просто, да еще и подспотеет, это будет сдавливать. Ноги летом еще, сами понимаете, расширяются. Расширяются, опухают, да, как бы в жиру. Ну, это вот, посмотрите, прямо какая жесткая. То есть, очень жесткая. Если у кого ножка вот без этого. А здесь, видите, как, здесь все мягко. Вот оно, это как отдельная часть. А здесь прямо жесткая такая резина. Как вот, ну, не резина, что это там за материал там. Пенополиуретан какой-нибудь. В общем, вот так вот. В общем, вот так, разберитесь обязательно, обязательно перед покупкой померите эти шлепки. Они разные. То есть, есть еще модель, еще Adelite Light называется. То есть, есть еще какие-то, я посмотрел. На сайте полазил, поизучал, но... Вот видите, здесь как бы такой, ну здесь вот есть такая, как тоненькая тоже, типа подошвочка. А здесь видите, как... По мягкости не знаю, возможно, это уже они подразносились так, ну, подтоптались. А эти еще как новые, ну, новые, не как новые, это новые. А эти уже такие. Но я вам говорю, даже если они растопчутся, вот эта вот часть будет очень жестко. Поэтому это вот только сходить кратковременно одеть, знаете, в душ, в басик, но не постоянно. В этих можно двигаться постоянно. Расцветки есть разные, синие, черные, красные, белые. В общем, выбирайте. Запомните, что это просто Adelite Aqua. А вот эти Cloud Foam плюс... Видите, Cloud Foam здесь должны Cloud Family. Я не знаю, устал говорить, что не знаю английский. Кто меня смотрит, давно уже знает. Вот, поэтому я бы все-таки вот эти рекомендовал. Эти на все случаи жизни. То есть, эти подороже. Вот эти вот стоят дороже, чем вот эти. Вот в данный момент ценник, допустим, на сайте, да, сейчас я вам скажу. Вот на эту модель Cloud Foam Plus, представьте, вот на эту, 3699. Это офигеть, я за такую цену никогда бы не стал брать. Это просто шлепанцы, можно и других производителей поискать. Но я брал, говорю, со скидкой там за 1000 с чем-то. Вот эти вот, они стоят подешевле. Не помню сейчас точно, в какую цену они, но они стоят, сейчас, они стоят, короче, я-то их взял за 1000, вот же у меня есть, что я вспоминаю, у меня есть бумажка, я вам сейчас покажу, вот. Так, я их взял за 1048, вот видите, Adelite Aqua, поэтому... Эти тоже там за 1200, наверное, брал. Ну, так это в том году я брал как бы со скидкой. Сейчас я вам говорю, цена обалдеть какая. Так что вот, разберитесь перед покупкой шлепанцев. У меня были до этого адики, были с такой, знаете, в подошве была такая сетка. То есть они продувались, подошва насквозь, такая сеточка была, на липучке были, разные были. Но вот эти вот очень мне понравились. Вот это вот и форма, и по мягкости. Вот эти больше всех зашли. Так что... Вы выбирайте сами, померите перед покупкой. Всем. А, еще хотел сказать, ребята, не забывайте. Мне пришло письмо на почту от Adidas. Я не знаю,
Больше я нигде этого не видел. На почту один раз пришло перед, что до 10 мая во всех дисконтах Adidas скидка плюс 20% будет. То есть в майские праздники можете поехать в дисконт-центры Adidas. И то есть от ценника, тот, который написан там, ну, соответственно, на витринах и на стеллажах, будет еще 20% скидка. Не знаю, будет ли работать дополнительный код 20%, то есть мой персональная скидка. Если это еще будет еще плюсом 20%, то я наверняка съезжу и подзатарюсь. Хочу прямо вот сгонять через несколько дней, чтобы вам выдать информацию, как это все работает и как эта скидка там, что к чему. Может, немножко видосик подзапишу. Видите, уже так торчит такие штучки. То есть это вот материал прошитый как бы. Так что всем хороших покупок, хороших майских праздников. Нам сделали прекрасные каникулы. Отдыхайте, ездите по магазинам, затаривайтесь. Но не забывайте, что надо покупать со скидками. Делайте правильные покупки. Всем спасибо, пока-пока. С вас подписка и палец вверх.